Вроде бы работает. Ой, мамочки. Мамочка здесь только одна. Будущее. Добрый день, доктор. Проверяйте. Да поможет мне Гиппократ. Приступим. Да, такого ребенка малышом назвать трудно. Какой он грозный. Я на такое не подписывался. Стоять, доктор. Вы еще не закончили осмотр. Мне нужно точно знать, что с моим мальчиком все в порядке. Беременным нельзя волноваться. Но, похоже, в данном случае волнуется доктор Роджерс. Должно же здесь быть хоть что-то стоящее. Нашел. Как раз переплавлю на новые зубы. Интересно, где моя зубная щетка? Злодей! Ну, держись. Сейчас я с тобой разберусь. Вау, герл, защищайся, вор. Секундочку. Сейчас еще момент. Можно быстрее, а? Я готов. Ты доигрался, пранкер. Тебе меня не одолеть, девчонка. Ой, сколько вкусностей. Ну, чего ты ждешь? А я уже голодная. Да ну тебя, клоун. Лучше поем хорошенько. Да, меня ждет прекрасный обед. Мне даже стараться не пришлось. Ты проиграла. Расскажешь это полиции, хохотун. И цепочку верни. Походы к доктору – волнительное событие для беременных девушек-супергероев. Я так переживаю. Все будет прекрасно, дорогая. Просто расслабься и отпусти мою руку. Мне же еще нужно чем-то трезубец держать. Доктор, вы нам только о здоровье ребенка расскажите. Я вас понял. Что? Странно. Может, аппарат сломался? Дайте-ка я так послушаю. Нет, аппарат явно все показал правильно. Ну вот, и что теперь делать? Не беспокойся, я разберусь. Да уж, трудная у доктора Роджерса выдалась неделя. С такими пациентами нужно быть готовым ко всему. Что это было? Я жив? Кажется, да. Пульс есть. Вы в порядке? Да, в порядке я. Главное, что шторма нет, и среда для малыша благоприятная. Ради беременной жены супергерои готовы на все, даже ходить за покупками в одиночку и без списка. Милая, я принес продукты. Отлично, я как раз проголодалась. Попкорн? Сам ешь. Чипсы, хлопья – это не еда. Здесь только сухие завтраки, снеки и сладости. Неужели ты не купил ничего нормального? Что же, по-твоему, нормальное? Не нравится и не надо. Я только зря старался. Так, спокойно. У меня есть еще один способ. Так я точно для нее что-нибудь найду. Хочешь растительного молока? Только не кокосовое. Ладно. Может, тогда салат? Что за глупости? Это нам точно не подойдет. Ах так! Ну все, с меня хватит. Тогда сама выбирай. Нет, нет, не надо. Я съем попкорн. Да уж, беременным девушкам-супергероям очень трудно угодить. И, видимо, Стрэнджмен слегка перестарался. Мы вообще-то уже закрыты. Как думаешь, с какими трудностями приходится сталкиваться беременным девушкам-супергероям? Пиши свои ответы в комментариях под этим видео. Давай, милая, ты сможешь. Тушься еще чуть-чуть. Я больше не могу. Ну что же так долго-то? Ух, я же говорил, что все будет хорошо. Ты у меня такая молодец. Поздравляем счастливых родителей. Вот ваш мальчишка. Спасибо. У нас мальчик, дорогая. Давай назовем его Мурзик. А вот и ваш второй парень. Второй? Кажется, эта пара не ожидала такое многочисленное пополнение в их семье. И это еще не все. Просто ожидая ребенка, им не стоило забывать, что девушка-кошка все-таки не только девушка, но и кошка. Алло? Хм, может, сигнала нет? А, это же не телефон. Алло? Да, это роддом. Конечно, приходите. Халкмен крушить! Да угомонись ты, мы же всего лишь на УЗИ пришли. Ой, конечно, милая, проходи, присаживайся. Тебе удобно? Хорошо. Доктор, начинайте. Какая необычная пара. Что ж, давайте посмотрим. Ой, я такого еще не видела. Ха-ха-ха! В чем дело? Что смешного? Доктор Тернер, подойдите на минутку. Коллега, вы только взгляните на это. Это зеленый ребенок-паук. А
А теперь можно? Нужно, милый, Халкмен крушить. О, мне пора. О, нет, это я зря. Да, точно зря. Будете знать, как обижать супергероев. Помогите, кто-нибудь. Каждая беременная девушка знает, что хорошее питание – залог ее здоровья и здоровья ее малыша. А беременная девушка-супергерой должна особенно хорошо питаться, ведь в ней растет будущий спасатель мира. Дорогая, я дома? Ты как раз к ужину. Прекрасно. Я голодный, как волк. О, кажется, кто-то тоже не прочь перекусить. Да, с такой суперскоростной женой легко остаться голодным. Вот теперь мы сыты. Любимая, мне бы хотя бы одну сосисочку съесть. Минутку, дорогой. У меня еще кое-что для тебя осталось. Вот, держи. Чипсы? Круто. Спасибо, милая. На таком питании я долго не протяну. Есть охота. А на кухню идти совсем не хочется. Мой великолепный аппетитный бургер. Сейчас я тебя съем. О, бургер. Вот как раз он-то мне и нужен. Дорогой, ребеночек толкается, чувствуешь? Ого, да он у нас силач. Проверишь, как он там? Конечно, любимая. А вот этим будущим родителям повезло. Зачем ходить на УЗИ, если есть собственное рентгеновское зрение? Сработало. Объедение. Ах, он весь в меня. Эй, Джессика, где мой бургер? Это не я. Конечно, как всегда. Сейчас проверим. Джесс, мой бургер у тебя в животе. Это не я, это наш малыш. Он просто проголодался. Но это уже пятый бургер. Что-то я устала. Я знаю, что тебе нужно. Жди здесь, я мигом. Да, кошачья любовь к коробкам не имеет границ. Мне кажется, или она маловата. Но нет, я все равно в нее помещусь. Или нет? Ничего, любимая, у меня есть кое-что подходящее. Вот, как и обещал. Ого, она идеальна. Спасибо, дорогой. Наконец-то я как следует высплюсь. Как же у нас жарко, дышать нечем. Еще и вода в бокале закончилась. Хочу еще. Не могу дотянуться. Не думала, что быть беременной будет так непросто. Ты так смешно выглядишь. Что ты сказал? Сейчас мы посмотрим, кто будет выглядеть смешнее. Вот тебе. Не надо, Джессика. Я же не хотел тебя обидеть. Поздно. Что ж, в следующий раз Супербой подумает дважды, перед тем, как смеяться над своей беременной супер-женой. Отлично. И графин мне больше не нужен. А мне теперь костюм сушить придется. Массаж бы мне не помешал. Так, а что тут у нас пора постирать? Не поняла. А это еще что такое? Все, ему конец. Алан, на твоем пиджаке женский волос. Кто она? Жаклин, она. Это ты. Это вообще-то твой волос. Он же синий. А, так по-твоему я еще и виновата? Такого я от тебя не ожидала. Предатель. Как же трудно оставаться спокойным, когда перепады настроения беременной жены постоянно застают врасплох. Любимый, пожалуйста, почеши мне спинку, как я люблю. Все, что скажешь, дорогая. Как приятно. Эх, а я так хотел побоксировать. Но главное, чтобы жена была счастлива. О, мне как раз не помешает небольшой перекус. Милый, порежешь мне яблочко? С удовольствием. Понравилось наше видео? Тогда ставь лайк, подписывайся на наш канал и не забудь нажать на колокольчик. До встречи!